Сегодня 2 января, новогодние каникулы продолжаются. В городе по-прежнему царит праздничная атмосфера. Самый главный праздник в году всегда сопровождается морем улыбок, радостью, счастьем. По традиции этот праздник принято отмечать в кругу самых родных и близких. Наша съемочная группа узнавала, как отметили Новый год гости и жители нашей столицы. Вы знаете, мы действительно с подругой впервые в Абхазии. Мы приехали специально 31 декабря, чтобы встретить здесь Новый год. Первые впечатления, конечно, у нас были очень-очень и очень. Нам все понравилось. Отметили гостеприимство, доброжелательность абхазского народа. Такое чувство, что мы у себя дома. Мы не жалеем, и теперь вот мы зареклись, что будем чуть ли не традиционно сделать этот праздник новогодний и приезжать сюда, встречать его специально здесь. Поздравляю всех с Новым годом. Желаю счастья, здоровья, хорошего праздника и чтобы все было благополучно в семье. Шамзила, Пснеял, я зялта, загиеху, казаги, гудскира, губзира, а я шухарихайрю, пашку в зень есть, хасбяна год, хучиги. Айло хорошо, кхама зерги, хатфигизим, хабзио, сгуя охота, псынрач, яроко, побзирико, помалкало, бзирико, лайцезрако, он фигайца, хабзирача. Самые теплые искренние пожелания в наступившем году народу Абхазии желали гости и жители столицы. У главной елки страны было большое количество отдыхающих. В этом году более 5000 туристов приехали отметить новогодние праздники у нас. Кто-то приехал сюда впервые, а для кого-то отдых в Абхазии – привычное дело. Всем крепкого здоровья, счастья, любви, удачи. Самое главное, чтобы было на земле мир. Дети смеялись, мир, улыбки. А Новый год как вы отметили? Расскажите нам. Ну, я Новый год свой встретила с детьми, с внуками. Очень хорошо здесь, в Абхазии. В столичных гостиницах большое количество отдыхающих. К примеру, гостиница «Индерсухум» практически заполнена. Но, по словам работников отеля, в прошлом году людей было больше. Аналогичная ситуация в отеле «Олимп». Здесь также отдыхает много людей. Многие туристы приехали отметить праздник к своим друзьям и родственникам. Поздравляем всю Абхазию с Новым годом! Счастья, здоровья, удачи, благополучия, много денег, процветания! Поздравляю с Новым годом! С удовольствием поздравлю абхазский народ с Новым годом. Дай Аллах всем абхазцам здоровья крепкого. И мы бы каждый год как бы приезжали бы и с удовольствием. Мы сами с адыгеи, мы практически как братья получаемся, поэтому дай Бог вам всем здоровья. Как Новый год отметили? Замечательно. Очень замечательно. Нам все понравилось. Всего вам доброго. Эти молодые люди и вовсе приехали к нам из Италии. По словам девушки, это традиция – встречать праздник у ее родителей дома в Абхазии. Tanti auguri di buon Natale a tutto il popolo dell'Abkhazia e noi speriamo che venga presto riconosciuto dalla comunità europea come uno stato sovrano quale merita di essere. Ciao, nabzilašne jadzigi, apsinokčiar koju. И слышу, что идти из Харгало, к чему бы зиука гало обснанти гайцар. Сара вахсен ходит на сшта, а хай слышу, что ну хазин стахчерик хаут, из банзер дерчина ну ха южепш брзоб изыку, вайри тахчерчин хакуб нас, и слышу, что ашук стрессазин. Жители и гости столицы надолго запомнят праздник, организованный в новогоднюю ночь. Ведь Дед Мороз к главной елке прибыл не на санях с оленями, а приплыл на корабле. Свидетелями театрализованного представления стали сотни людей на площади Свободы. В этом году на Новый год не было снега, но это не испортило настроение граждан. Они пели и танцевали под давно уже полюбившиеся новогодние песни. Мы встретили в кругу семьи, в кругу друзей, поздравили соседей, конечно же, вышли на площадь, погуляли с детьми. Желаю всем жителям Абхазии счастья, здоровья, процветания нашей стране, чтобы мы были сейчас более счастливы в этом году, нежели в предыдущем. Праздничные дни жители Сухума порадуют новогодними представлениями Абхазский государственный драматический театр и Русский театр драмы. Так давайте же узнаем, что они нам покажут.
Историю о верной дружбе, преданности и любви, которые способны разрушить злые чары и растопить ледяное сердце, можно посмотреть на сцене Абхазского государственного драматического театра. Сказку «Снежная королева» по мотивам произведения Ганса Христиана Андерсена на абхазском языке играют актеры театра. Я хочу поздравить всех жителей Абхазии с Новым годом. Желаю им счастья, здоровья, удачи. И, конечно, мы работаем для детей. Я всех приглашаю. До 6 числа у нас проходит новогоднее представление «Снежная королева». Я буду счастлива, и все мои коллеги, добро пожаловать. В 12 часов дня мы начинаем спектакль. Еще один спектакль «Хроники Зазеркалья» можно будет увидеть в Русском театре драмы. Красивая история о дружбе и смелости будет представлена всем желающим до 6 января. Я в одиночь. Поговорил бы кто со мной, а то мои подружки, пиявки, да лягушки. Фу, какая гадость! Это были все новости сегодняшнего дня. Наша съемочная группа поздравляет вас с Новым годом и желает всегда оставаться в центре событий. Сария Смыр, Астамур Гожба, Абхазское телевидение.